Ахед Тамими, задиравшая израильский военный патруль на западном берегу реки Иордан, приговорена к 8 месяцам тюрьмы. Одновременно с Ахед, которую уже успели назвать манекенщицей интифады, была приговорена и ее мать. Им также придется выплатить штрафы. Для дочери он составит 5000 шекелей, для матери 6000 шекелей. 3 месяца из этого срока Ахед уже отсидела. Военное обвинение хотело требовать для Ахед многолетнего тюремного заключения. Из этого дела, из ее наказания, хотели сделать жупел, чтобы другим палестинцам было бы неповадно сопротивляться оккупации. Ахед Тамими устроила троллинг израильских военных, выкрикивая в адрес последних ругательств и оскорблений, а потом ударила одного из них. Происходящее попало на видео. Отец Ахед пояснил, что его дочь таким образом выразила протест против того, что ранее солдаты Цахал разбили окна в их доме.